во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Мой прадед Шкарин Ивонтий Елизарович родился в 1911 году в деревне Яблоново Горьковской области. Работал механиком в Красной армии с сентября 1941 года. Прибыл на фронт в марте 1942 года в 173-ю отдельную танковую бригаду 52-й армии 2-го Украинского фронта, помощником командира взвода в звании сержанта. Совершил два подвига. На наградном листе говорится: под колхозом «Новый пахарь» 4 декабря 1943 года проявил отвагу и храбрость в бою с немецкими захватчиками. Во время атаки вражеских танков из ружья подбил средний немецкий танк и гранатой насмерть поразил 8 автоматчиков. 5 декабря 1943 года подавил 2 огневые пулеметные точки. За это был награжден орденом славы 3-й степени, но, к сожалению, посмертно, так как умер от ран. Бабушка отзывалась о нем тепло и со светлыми воспоминаниями. Рассказывала, что он был всегда справедлив, честен и являлся примером. Обладал стойким и мужественным характером. К сожалению, мне не удалось лично с ним познакомиться. Я горжусь, что являюсь его правнуком и хочу, чтобы память о нем и его подвигах жила вечно.